Они ничто для Спарты, если не могут убить волка. Идем. Пора домой. Это бесчеловечно. Вовсе нет. Эффективно. Лучшие станут криптиями, защитниками, ночными охотниками. Охотниками? Спарта не меняется неспроста. У нас есть строгие правила. Спарта правит Лаконией, но живут здесь в основном илоты. Рабы, что работают в полях и на рудниках. Рабы? Они это терпят? Наши поля кормят их, а солдаты защищают. Сначала от персов, а теперь от Алины. Если они забываются, крики поддерживают их. Ясно. Люди намного идут ради покоя. Да, но не все. Нигде мне не было так спокойно, как здесь. Дни напролет ты тренировался в этом дворе. Николаусу было трудно угодить. Он скрывал свою гордость. Ах, хоть я и ненавижу его. Он разбил мне сердце. Но сейчас, стоя здесь рядом с тобой, я чувствую, что все можно вернуть. И я. Ты помнишь, как впервые держал сестру? Я боялся навредить ей. Я боялась, что она задохнется. Она сильнее, чем мы думали. Рад тебя видеть, Брасид. Много воды утекло с тех пор, как я спас тебя в Коринфе. Я помню другое. Хорошо выглядишь. Значит, суд... Многие мертвецы... Когда я узнал, что вы вернули... Вернулись в Спарт... Мы хотим вернуть свой дом, Брасид. Власти забрали его после того, как исчез Николаус. Стентеру? Они не могут так поступить. Могут? Уже поступили? Вы должны убедить царей вернуть его вам, а это непросто. Почему? В отличие от меня, цари не будут вам рады. Особенно Архидам. Не может забыть слово. Чего? Судя по всему, нет. Но я... Ну же! Спартанские солдаты отдают оружие илотам. С чего вдруг спартанцы пом... Илотов в разы больше, чем граждан Спарты. Ты сказал. Поэтому действовать нужно быстро. Где эти спарт... Их видели в мрамор... Так, я... Спартанцы преданы командиру. Оружие? Уничтожь. Итак... Чтобы вернуть дом, нужно убить спартанского командира. Буду ждать. А ты куда? Здесь я вырастила тебя. Здесь же меня... Ладно.
Дед был настоящим героем. Может, и мне когда-нибудь посвятят памятник. Ты не из моих солдат. Что хочу? Я не боюсь. Из раба я стал полимархивер. Я выиграл. У тебя есть план? Афинские поли... И потому мед... И этот вот... Хорошо. Принеси... Ле... Его кровь. Так мы с тобой родня царям. Ты не какой-то там наемник. Люди могут попытаться... И ты обещал... Защищаться. Твое копье. Это лишь слова Пифии. Пифии, она мне не указ. Довольно! Мы устали от твоих надменных речей. Спарта не будет воевать! Так сказала Пифия! Пифия лишь повторяет ваши слова. Она слишком долго слушалась вас. Пришла пора покончить с этим! О, царь Леонид! Время героев прошло. Думаешь, кровь что-то решает? Если разрезать тебе вены, она впитается в землю и не останется ничего. Что же, тогда подходи. Твоя судьба известна, сын льва. Ксеркс объединит нас. Он привнесет порядок в хаос. Ослушайся, Пифию, и все, кого ты любишь. Все, ради чего ты жил, исчезнет. Собирай всех. Мой царь. Ксерксу нужна Спарта. Пусть победит меня. Невероятно. Ты понимаешь? Что мне делать? Пора принять свою судьбу. Нам обоим. Если не поспешим остановить культ, подвиг и гибель Леонида будут напрасны. Наш род... Восстал против поработителей. Пришло наше... Так, так, так. Мать и сын, наконец, воссоединились в Спарте. Полюбуйтесь, боги среди смертных. Царь Павсаний, это... Да, наша... Ты помнишь Алексио? Как его можно забыть? В тот день на смерть обрекли двух невинных детей. Алексио схватит. Прости, мой царь. Ты тоже. У него пыл... Так или иначе, ты нужен своей стране. Законы нужно изменить. Я согласен. А царь Архидам? Он бы нанес букву закона на грудь каждому спартанцу, если бы мог. Законы лишили меня семьи. Они заставили меня сражаться за свою жизнь. Леонид, отверг эти законы. Да, но хватит о мертвых. После того, что случилось с моим отцом в Мегариде... Не дерзи, дитя. Может, Спарта больше не твой дом, но я все равно твой царь. Мы смиренно просим тебя и царя Архидама выслушать нас, принять под свою защиту и вернуть наш дом. Конечно. Я желаю того же. Но Архидам, похоже, все еще не простил тебе тот случай с носом. Как нам его убить? Множатся слухи о мятеже и лотов. А криптии подливают масло в огонь. Жестокие казни, истребление скота, гниющие на улицах трупы. Криптии – пример великолепной военной подготовки спартанских солдат. Так и было. Но сейчас они жадны до крови и денег. Ты хочешь вернуть свой дом? Что ж... Покажи лотам, что мы больше не поддерживаем криптиев и их методы.
Где мне стоит начать? Одного ты найдешь в крепости Заракас. Еще один Криптии, кто они такие? Я хочу знать о них больше. Это тайная группа. Они специально подбирают мальчиков. Но зачем их убить? Долгие годы Криптии держали элотов в уйти. Но с недавних пор они начали истреблять мужчин. Что мне следует знать? Чтит законы, жесток, скушен. Если взамен нам вернут дом, я убью Криптиев. Если Архидам чтит традиции, а я убью его Криптиев, он может обрушить свой гнев на Повсания. Так хорошо было на Кефалинии. Все просто. Пусть даже Маркос был болтливым глупцом. Вот и ты, как... Расскажешь еще? А, да. Я знаю Повсания. Царя Повсания. Повсаний и Архидам правят Спартой. Я и не жду, Тёп. Расскажи об Архидам. Архидам, скажем так... Можешь рассказать мне о Повсании? Он молод. Его улыбка обманчива. Не стоит за... Не стоит взывать к милости царей, не предложив им свою помощь. Мне надоело служить другим. Тогда входи, твоя... Где же цари? Там. Что скажешь теперь? Ты меня убедил, Архидам. Сдаюсь. Отправьте еще два отряда в Биотию, как я и сказал. Так они разрешают споры. Иногда. Архидам улучшил защиту. Брасит. Мои цари, позвольте представить вам Мирин и ее сына Алексиуса. Значит, ты вернулся. Мой царь, они помогли защитить Коринфию. Они потомки царя Леонида. А если нам будут не по нраву их речи? Говори, Мирин. Я вернулась, чтобы вновь стать гражданкой Спарты. Ты предала Спарту. К тому же она сломала тебе... Нашу семью предали, мой царь. Спарту предали. Мы хотим изобличить предателей. Жрецы сбросили ее детей с утеса. Разрушили нашу семью. Алексиос, хватит. Но Спарта в опасности, и она вернулась. Мы оба хотим помочь. Не смей обвинять ее в предательстве. Мне говорили, твой дед был таким же вспыльчивым. Понятно, чего хочет Мирин. А что насчет тебя? Хочу найти людей, которые предали нашу семью и Спарту, и убить. И кто, по-твоему, предал Спарту? Скоро я это узнаю. Докажи свою верность. Служи Спарте. Оправдай себя перед лицом богов. А пока ни у тебя, ни у Мирин нет права жить здесь. Приказывай, и я все сделаю. Афиняне вот-вот одолеют нас в Биотии. Отправляйся туда. Одержи победу, или
не возвращайся. Считай, ты победил. Самоуверенное дитя, не видавшее войны. Найди лагерь на горе Геликон. Отдай это моему полководцу. Не спеши. Два царя, два приказа. Я не Геракл, но два подвига совершу. Ха-ха, вот это речь истинного спартанца. Ты будешь сопровождать нашего чемпиона в Элиду на Олимпийские игры. Мне охранять чемпиона? Я хочу, чтобы лавровый венок достался Спарте. И как ему добиться победы? Самому участвовать в забеге и выиграть? Не в забеге, мой царь. Пусть Спарта победит в Олимпийских играх. Славно. И вот что. Тот, кто обращается с просьбой к царю, приносит что-нибудь в дар. Но не ты. Так что подарок я выберу сам. На полуострове Диаскуров бродит волк и истребляет скот. Крестьяне верят, что к ним явился сам царь Ликаон, проклятый Зевсом. Тебя обманули. Я давно убил того волка. Он действует быстро. Посмотрим, как ты проявишь себя в Биотии. Мы отдали приказы. Возвращайся, когда все выполнишь. Если выполнишь. Я все сделаю, и вы вернете наш дом. Что-то спартанское в тебе еще есть. Брасит, проводи их. Но... Все хорошо. Учитывая, что голова все еще у тебя на плечах... Цари щедры, а не да... Нужно выиграть... И войну. Хочешь узнать у меня... Что происходит в Биотии? Афинская армия постепенно вытесняет нас оттуда. Если кто и сможет все это... Что ты знаешь о чемпионе, которого мне предстоит сопровождать на... Участник Панкрат... Благодарю. Все не так просто. О, да. Один из царей культист. И значит, его задание — ловушка. Но кто из них? Брасит. Я бы не рискнул говорить это так близко от дворца. Но я был в бою с обоими. Мы не должны никого обвинять без доказательств. Что ж, я готов. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Поедем вместе. Очень вовремя. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Thank you.
Шрамы от войны с персами. Нужно осмотреться, Икар. Одна половина без другой – ничто. Мне больше нечего терять. Я буду бесконечен.
поподробнее. Ты слышал? Имя звук. Кто она? Да. Я принес. Вопросов? Прошу. Должно быть те самые розы. Я нашел. Ты вернул. Меня не для этого, Нань. Нет, я. Еще не хватало. Тогда мне нужно время. Ладно. Так. Проксила. Эти. Я сказала принести вино. Алексиус из рода Агиа. Ты Прокси. Мой возраст удивил тебя. В твоем возрасте люди более обеспечены. Проксила. Алексиус? А. Какая? Обо мне. Эти, то есть... Это подарок. Я найду вор.
я... Как и мы все. Вот как? Лира Прокси... Лира Про... Я ищу человек. Я знаю ад. Он мог нести. Здесь столько же... Моя Лира... Что... Без своих сандалий ищет... Лира без... Когда Лиру... Алкиви... Куда... Это праздник... Я най... Удачи с поисками Лиры. Ты с Архимедом? А, Архимед. Гадюки? Знаешь, как бывает? Люди, которых... По-твоему? Надеюсь... У него была? Я не приметил. Храмов... Увы. Спасибо за... Удачи, Сли...
Кто-нибудь, спаси! Ты служанка. Да. Я объясню. Орхимед под... Значит... Должно быть, Орхимед и Лира находятся здесь. Слава богам, я спасен. Эти негодяи заставили меня украсть Лиру. Да что ты? Меня схватили, а Лиру забрали. Мала! Они вынудили... Нет. Что? Да. Мой отец... Ах... Проксила бро... Я хотел за... Орхимед. Ее сломать... Малака. Прошу, подожди. Объясни про... Мне нужно... Я при... А, Алекс. Хочешь починить? Ты прозорлив. Как ее можно спать? Праздник проходит в Кревсисе, не... Не очень далеко. Все знают. Я провожу... Я воз... Ну, пошли.
С этим местом многое связано. На моих глазах порт разросся до города, а встречи друзей превратились в многолюдный праздник. Здесь лучше, чем дома. Твоя истинная любовь — лира, а дом — праздник поэзии? Ты никогда не хотела осесть? Милое дитя, моя жизнь не так проста, как кажется. Я научена горьким опытом и знаю, что мне, как Зефиру, нужна свобода. Ты печешься лишь о себе? Зачем жить не ради себя, а ради других? Это участь раба или верного пса? Ты ранишь людей. Если бы мне пришлось жить так, как принято, завести семью, сидеть дома, я бы умерла. Умерла в душе и бросилась бы в море. Я знаю, чего хочу. Похоже, здешний праздник проходит в весьма непринужденной обстановке. Да. Дионис забрал наши дары Аполлону и преподнес нам наслаждение. Теперь понятно, что привлекает сюда людей. Не пойми неправильно. Не все приверженцы гедонизма. Тимиха. Кто? Прокси. Какая ч... Это бест? Увы. Этот силач... Ладно, она серьезно. Но ты почини. Починю, конечно. А какие? Для шейки есть все, что нужно. Что я должен... Кто-то делает... Значит... Кишки. Для корпуса нужно... На этом берегу... Что за перекл... Перекладина, это... Точно. А... Думаю, с этим... Я верну... Оракул Драпония. Интересно, культ добрался и сюда? Oh!
Опыт обогрешает Эфен. И мартоносей.
твоя семья.